Всем здорово, братва. Сам Слейфер, и я уже не снимал 5 месяцев, но я думаю, это самое время для камбэка на YouTube. Вот. Это будет видос о том, как прошел мой вайп. Очень длился для меня достаточно недолго, потому что меня забанили. Я покажу вот видео всю хронологию, начиная с первого стрима и заканчивая моим баном. Не будь держать, и мы переходим к ролику. А началось все с того, что мы наконец-то зашли на сервер спустя 40 минут после обещанной даты. Ну а как это было? Сейчас вы увидите. Ура, Ты круто. донатишь или иначе сначала? Кого? Ну, он так Сейчас, мало жди. открыл. Не отэпает по шахтам, подожди. Ну а после того, как я зашел на сервер, я начал открывать кейсы. А что же мне с них выпало? Давайте я вам покажу. Да, доступ к снежным монстрам был еще. Лектопор. Так, у меня есть еще 713 ЛК. А сколько кейсов до Две 500? элиты. Лек ножницы, кому? Лек лопата, лек кирка. Лек лопата, Бобу один. Лег меч. Мне. Лег меч выпал! Лег меч, лег меч, лег меч! Лег меч. Это уже лег меч выпал. Окей, и лег топор еще я покупаю. Все, у меня лег меч. Да, доступ к снежным монстрам. А после этого я написал промокод ВК кейс. И что было дальше, вы сейчас увидите. Это была просто жесть. Промокод ВК кейс. Я не смог это. А у меня 20% клика. Лег кирка! Лег кирка. Я киркаю ему. Спасибо, очень весело. Хорош. Бог не ходит, у меня куча денег, у меня нет блоков. Денег нету, я 7 левел. Но после открытия кейсов началась, так сказать, рутина призынева. Я начал копать, убивать боссов. Ну, короче, сейчас вкратце покажу, как это все происходило. Не буду воздерживать всей этой рутиной, и давайте перейдем к событиям, из-за которых меня краски забанили и снялись ютуберки. Это было тоже все на первом стриме. Сейчас вам это все покажу. Дефать, конечно. Будем, мы будем это сейчас дефать. Да, с ней петухи. А, смешарика. Мы потратим полчаса, но мы задефаем его. Мы потратим полчаса, но мы его задефаем. Они по-петушински поступили, мы по-петушински, типа. А что за бред? Вы можете тэпаться, когда они босса заходят? Да! Да. Нет, ну, это система такая новая вообще. Да! Это было только один раз. А, типа защищать было... можно теперь? Да! Можно. Так это имба. Да! Для тех, кто не понял, что произошло на кусочке, это был, короче, новый баг, как мы уже потом выяснили. И возрождаться может было не более одного раза. Но закончился первый день тем, что я занял топ-9 в топе по уровню и пошел спать. На втором стриме уже не было почти ничего интересного, кроме как конца стрима забанили проброшку. Я почти догнал топ по уровню во второй день, то есть у меня был 187 уровень, а топ начался с 195. А вот что произошло после стрима, это уже цвет веселое событие там было. Ну а если быть точнее, спустя час после моего стрима, мне прилетает бан на 10 лет, вот скриншот. После я пишу, начинаю разбираться с вопросом, выяснил, что это ошибка, и меня перебанили на 3 дня за багаюз. Ну тут согласен, я на стриме багаюзил, поэтому на 3 дня бан вполне оправдан. Я, конечно, потом очень долго злился на весь став, потому что меня еще сняли с ютуберки за это. Ну а сейчас уже спустя 5 месяцев я вроде как просил себе обиды, и хочу снова вернуться на ютуберку. Вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. Это то, как прошел мой коротенький для меня вайп, но это было очень насыщенно. Лег-предметы, баны, разборки, это все было все равно очень интересно. Надеюсь, вам понравился этот видос. Если это так, то поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий. А с вами был я, Злейфер, как же нас не говорил. Всем пока.